Здравствуйте, дорогие наши зрители! В этот весенний яркий солнечный день я рада сообщить вам замечательную новость. Совсем скоро в стенах Новошахтинского драматического театра пройдет уникальный фестиваль. Второй международный театральный фестиваль «Поговорим о любви». И прежде чем я порадую вас афишей грядущего фестиваля, давайте вместе вспомним, как это было ровно год назад. Большое спасибо артистам, людям, которым нужен этот фестиваль, которые понимают, что этот фестиваль нужен городу. Спасибо большое за душевность, за прием, за то, что есть такое место, куда я, честное слово, с удовольствием вернусь. Merci à Novochartinsk de m'accueillir dans cette belle ville. J'adore le marché et j'adore le public de Novochartinsk et du théâtre. Лица зрителей чрезвычайно мне нравится на них смотреть со сцены. Вот я играла, я видела эти лица. Это лица одухотворенные и интеллигентные. И здесь, конечно, есть своя зрительская среда, что не каждый театр имеет. Итак, второй международный театральный фестиваль «Поговорим о любви», а напомню, пройдет он с 18 по 23 мая, подарит вам 6 дней праздника любви, театра, восторга, всеобщего вдохновения и творчества. Дорогие друзья, в программе фестиваля спектакли, лекции о любви и театре, мастер-классы и творческие вечера. Программа очень обширна, не пропустите, театр любит и ждет вас.